Дамы и господа, история каждой семьи настолько уникальна и неповторима, что по ней можно писать сценарий. Особенно если это еврейская семья. Сегодня мы расскажем вам историю семьи Масович. Началась эта история, как и все истории о любви, весьма романтически. Правда, до встречи со своей единственной и неповторимой Генриеттой Леня Масович любил в основном стильную одежду, общение с друзьями и симпатичных девушек. По определенным причинам эти фотографии мы сегодня показывать не будем. Папа Леня родился в 1925 году в Мене, Черниговской области. А мама Генриетта в Макеевке, Донецкой области, в 1900, неважно каком году. Встретились они в вечерней школе. Ну а где еще могли встретиться тогдашние советские студенты? Кто не работает, тот ест. Учись, студент. Вот в таких спартанских условиях приходилось Лене и Генриетте учиться в советском обществе. По словам Лени, он ходил в школу только тогда, когда в эту сторону дул ветер. В тот день, когда Леня с Генриеттой познакомились, ветер дул именно в ту сторону. Папа увидел маму и пропал. Когда он пришел в себя, стало понятно, что надо что-то говорить, то есть знакомиться. Но как это делать? И вообще, вопрос о том, как правильнее познакомиться с женщиной, волновал мужчину во все времена. И каждая эпоха имела свою технику знакомства. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. С приходом к власти коммунистов в стране изменилось все, включая и технику знакомства мужчины с женщиной. Да откройте личико! Отставить! Советские студенты знакомились тогда весьма своеобразным образом. Лида. Петя. Саша. На тот момент, когда Леня решил познакомиться с Генриеттой, никаких основных техник знакомства у советских студентов не существовало. Поэтому он просто подошел к ней и сказал что-то нежное и ласковое. Она ответила, и все это привело к тому, что через некоторое время ребята поженились. Кстати, об этой фотографии, которая многим присутствующим широко известна. После того, как Генриетта с Леней стали встречаться, из всех поклонников у Генриетты остался только один. Прекрасный город Львов. Я говорю это всем тем, кто никогда в нем не был. Именно в этом городе родилась дочь Лени и Генриетты, Мила. Кстати, немножечко о географии. У нашей сегодняшней истории есть две географические нити. Одна из них пролегла между городами Львов и Калининград. Нынешний Калининград, бывший Кёнигсберг. Тоже очень красивый город. Именно благодаря этой первой линии Мила познакомилась с Геной. Именно благодаря такой вот географии у них появились замечательные дети. Аня и Лёва. Ну а вторая линия, географическая, которая пролегла несколько позднее, пролегла между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вообще семью Масович всегда тянуло на Запад. Раньше жили на Западе с СССР, теперь на Западе США. Комментировать американскую часть жизни я не хочу. Просто вглядитесь в эти счастливые лица.
is even more than anyone that you adore can love, is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Мы приглашаем сюда дедушку Леню и бабушку Генриетту. Is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Вот такая счастливая история, которая, кстати, друзья мои, не закончилась. Но сегодня у этой истории юбилей, и поэтому хочется сказать: дорогой Лёня, дорогая Генриетта, вы прошли нелегкий путь и прошли с честью и достоинством. Счастья вам, здоровья и любви. Всего вам самого-самого хорошего. Да, надо резко. Что-то это сколько самое. Пальцев? Пока пять. А в каком ряду? В обоих. Милочка, идет, пиши. Милочка, не волнуйся. Родные, поздравляем со свадьбой вашей золотой. Дожить до свадьбы внуков вам желаем. И той же свадьбы золотой. А сейчас для вас маленький сюрприз. Смотрите на меня, увидите маленький сюрприз.
Виля, мы сейчас заняты, я перезвоню. Как, дед Леня? Друзья, шок сделали? Говори. Спасибо, друзья. Мы не знали, мы не предполагали. Потому это называется сюрприз. Большое спасибо. Пожалуйста. Дядь Леня, ваше слово. Я очень рад, что у нас есть такие друзья, такие товарищи, которые преподносят такие сюрпризы. Очень неожиданно. Очень. На здоровье. Спасибо. Пожалуйста. Идет. Ты осторожно там. Ты не подостал, я не делаю. Можешь подойти? Я тебя хочу поздравить с твоим днем рождения. Ты сам знаешь, что я тебе могу пожелать. Просто я хочу, чтобы твой день рождения, когда ты посмотрел вот на эту штуку, ты его вспоминал. Потому что эта штука для посвященных людей много о чем скажет. Раскрой! Ну подожди, сразу раскрывай. Гена. Еще раз. Это два хепки? Это мой хепка. Читай.
Давай выходи, бо уже пленка кончается. Больше нет. Милочка, не ругай его в танце, на пленке все видно будет. Не слышно. Я специально делаю. Какое у нас платье, умереть и не встать. Маленький, но ты сегодня красавец. А чё мы то ней там нашептываем? Но она ему уже глазки так не строит. Каждый день что-то новое. Вчера ночью гулял, сегодня были два раза. Серьезный разговор. Вова, не стесняйся, наливай. Это мы про запас. Спасибо. Здоровья тебе. Счастья и удачи. Спасибо. Она, солнце дорогой вышло.
Там все подходит и подходит постепенно, знаешь. Вы как-то кучнее там. Вы как-то кучнее. Гена! Ну, именинника не видно. Вот он бежит. Именинник на первом плане. Именинник на первом плане ложится. Окей. Хорошо, именинник на месте. Это самое главное. Теперь заснимаем остаток. Значит, паре и гостей. А теперь с закуской. Маленько нахало. Вот нужно, чтобы папа, мама, Йосик и Гена все загадали заветное желание. Все одно. И вот что мы на фоне этого им смысла? Я за руки. Хорошо, будем по очереди. Вы какие-то очень такие неактивные. Мы делаем отдельно всем. Мы каждому отдельно. Мы делаем отдельно Гене по одному разу. Они задувают каждый свой торт. Потом папа, мама, потом Йоши. Кинооператор может даже забраться еще выше. Не все, давайте приготовимся все. Включи. Задумали свои заветные желания. Гена у нас первый. На очереди все гости. Все гости медитируют и желают Гене, чтобы его заветные желания обязательно исполнились. И поют ему от всей души 3-4. Вас зовут папа и мама? Дай ему присоединиться. Еще раз. Леня и Генриетта. Ленечка и Генриетта. Значит так, мы поем. Happy anniversary to you. Да. 3-4. Happy anniversary. Вместе забыли мазалку. Молодцы! Ну остался Йосик.
Мы сейчас все как танцуем вместе. Ну, теперь Юсику грянем с большим академическим дыханием. Славик, все, тихо, сейчас серьезно, сейчас опера. Сконцентрировались. Загадывает мужчина, у вас другого такого opportunity не будет. Я уже тебе сказал. Вы можете загадать миллион, сбудется, у нас сбывается. Серьезно? Вы купили уже этот билет? Надо было купить. Если вы не купите, то мы уже и выиграем. Про то, что сейчас, если он загадает, то сбудется. Вы же пожелаете, чтобы он выиграл? Все, тихо. 3-4 взяли большое академическое дыхание и грянули. И... Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Yosef, happy birthday to you. Кто тебе сказал, что нет, Гена? А вообще это рискованно. Кофе или нет, еще коньяк. Надо сразу заначивать. Нет, так оно только один человек пьет коньяк. Он опытным глазом, так заначить делать не будет. Одно слово. Все сказала Саша. Ребята, я хочу одно слово сказать. Гена, я хочу на твоем еще 50 лет, на твоем столетии так нажраться, чтобы меня домой тянули. Я рад за тебя. И чтоб ты снимал меня опять на камеру. Дай Бог вам здоровья, ребят. Она с тобой, нет, все равно с тобой. Ханя, I love you. Thank you. Все, Йоси, поехали. Ты очень. Не сказал еще. Мы так Гену любим, мы к нему на день рождения. Каждый раз. Ребята, что вы сегодня пришли. Спасибо тем, которые приехали к нам издалека. Это лучшие наши друзья. 40 лет мы не виделись. То есть нет, простите, 30 лет, а потом виделись, а потом снова 10 лет. И я очень рад, что сегодня они мне уготовали такой сюрприз. Спасибо им. Я думаю, что это не последний раз. Увидимся с ним. Дай вам скоро Бог. У них будет 50-летие, и мы, естественно. А за друга Гена я уже выпил сегодня. Спасибо. И выпил много. Вот, и друга стоит. Это все моя работа. Теперь мы будем говорить. Наша, я поздравляю. С днем с Happy New Year.
сегодня он такой красивый, что ты... Поздравляем. Ты был такой красивый в своей такси. Желаем тебе здоровья, счастья. Ну и уже поиметь тоже внуков. Мы тоже хотим. Спасибо. Спасибо. Будут? Будут ноги? Если тебе здоровье. Главное, тебе и твоей семье. Спасибо. Я буду. Я обязательно. Постараюсь. Да, Василий. Да, как тебя звали? Я его тоже знаю. Если серьезно, я желаю... Ты что, думаю мысли? Я желаю вот этому человеку того, что он заслужил. Так к нему я обращаюсь и говорю, зачем ты сюда в камеру? Куда я обращаюсь? Спокойно. Мы говорим... Говори дальше. Я желаю этому человеку того, что он заслужил в этой жизни. И пусть ему это будет в радость, к чему он стремился, к чему он пришел. И пусть он только enjoy. Главное для него здоровье и серьезные верные друзья. Спасибо, Валерий. Все. Hi, Papa. You are the best dad in the world. I hope you live forever. And congratulations on your birthday. Thank you for being my dad. Thank you. Я не знаю, что сказать. У меня нет слов, чтобы экспрессить, как я люблю моего папу. И что он для меня делает, это бесплатно и бесценно. Он мне значит все в этой жизни. Без папы в жизни не было.